Чтобы была возможность восстановления доступа к профилю, необходимо при первом входе в систему привязать свой номер телефона. Для этого заходим под своим логином и паролем. Во всплывающем окне вводим свой номер телефона и кликаем «Получить СМС». На ваш телефон придет СМС-сообщение с коротким кодом из 4 цифр. Вводим его в нужное поле и кликаем «Завершить». Таким образом, номер телефона привязан. При необходимости его можно поменять в настройках профиля во вкладке «Безопасность».